Приветствую всех. Сейчас уберу изображение. Давайте проверим звук, как меня слышно. И вообще слышно меня или нет. Так, секунду. Слышно и видно, хорошо. Вот сейчас я у себя вижу, что слышно и видно меня. Сегодняшнее, давайте познакомимся. Зовут меня Маркелов Борис. Кто меня не знает, кто меня знает, всем добрый вечер. И давайте будем знакомиться. Зовут меня Маркелов Борис. Вот сегодня вот такая вот тема у нас будет, продвижение в соцсетях, как приглашать, не приглашая. Многие, наверное, знают, что на данный момент в соцсетях есть небольшая проблема, и даже не на данный момент, она всегда была такая вот задача пригласить человека, чтобы его не приглашать. То есть, ну, вы поняли меня. Как пригласить человека, чтобы он зарегистрировался в ваш проект и пошел вместе с вами в дружной команде. И научил этому же других людей. Так, секунда. Да, вот все, вижу. Смотрите, есть методика приглашая, не приглашая. Все, кто в нашей команде, вероятно, они уже об этом знают. У многих есть эта методика, но я сегодня хотел вот заострить именно тему на социальных сетях. Почему на социальных сетях? Потому что социальные сети очень хорошо вошли в нашу жизнь, хорошо вошли. И в социальных сетях сейчас находится очень много народу. Все, кто есть вот, в социальных сетях, поставьте сейчас плюсики в чате. Вот у кого, кто зарегистрирован в социальных сетях и у кого есть хотя бы 5 друзей в этих социальных сетях. Я знаю, вот Елена Стрелец, у нее достаточно много людей, у Ирины Агаповой много людей. Итак, что же делать, как привлекать на свою страницу трафик? Я не буду рассказывать и показывать, как многие коучеры здесь продвигают свои программы. Да, мы тоже пользуемся роботами, но чуть-чуть, не то что чуть-чуть другими, теми же самыми роботами мы пользуемся, только методика у нас совсем другая. Мы не надоедаем людям, люди к нам идут сами. Поэтому методика называется «приглашай, не приглашай». Мы не рассматриваем спам в личку, мы не рассматриваем спам в мессенджеры, и не рассматриваем вообще вот все виды спама, которые есть на данный момент, которые вот предлагают, продают вот этих роботов, там проводят вебинары и обучают вас тому, что надо спамить. Ребята, не надо спамить, спам надоедает, и вы прекрасно знаете, что вот рекламные сети, у кого есть телевизор, кто смотрит телевизор, рекламные сети, они и так изобилуют вот этой рекламой, и в основном-то люди, когда начинается реклама, они идут, кто курить идет, кто на кухню за кофе идет, кто еще куда-то идет, вот, и получается так, что реклама надоедает. Итак, как же продвигаться правильно в соцсетях? Вот кто хочет это узнать сейчас, вот кто собрался здесь на этой трансляции, поставьте плюсики в чат. Может, вам это не интересно, мы закончим трансляцию и на этом закончим наш, ну, вот этот наш разговор. Вам, возможно, не интересно. Если не интересно, ставьте минусы. Если интересно, ставьте плюсы. Вот, я пока жду обратную связь, пока уберу кресло. Вот, Ирина Агапова
хочет узнать, как приглашать, не приглашая. Да, еще хотел один вопрос задать вот по ходу вот этой трансляции. Ребята, а сколько соцсетей, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Вот сколько соцсетей вы знаете и в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Смотрите, я вот, например, знаю и зарегистрирован в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Google Plus я зарегистрирован, зарегистрирован также в мессенджере Telegram, мессенджер WhatsApp. Вот это у вас, вот если у вас это все есть, вы можете просто зарабатывать миллионы. И это вот не громкие слова какие-то, а это именно так и есть. Сейчас вот наглядно, сейчас флипчарт подкачу и наглядно я покажу. На вопросики я буду отвечать чуть-чуть попозже. Можете пока их у себя записать где-то, и где-то минут через 25-30 мы начнем отвечать на вопросы. Итак, я начинаю. Кресло я сейчас подкачу. Подкачу так необходимый нам флипчарт. И мы начнем. Сейчас я увижу, что вы тоже меня видите. И начнем. Так, немного. Немного я сейчас подниму. Камеру вот так вот подниму. Потому что меня не видно. Секундочку. Ну вот как-то так. Я думаю, меня сейчас будет видно. Головы не видно. Ну попробую настроить, чтобы голову было видно. Я с этой вот веб-камерой, это экшн-камера вообще, я с этой экшн-камерой сегодня первый день работаю. Сейчас голову видно, я так думаю. Смотрите. Так, все, норма. Ну, если будет что-то не видно, пишите в чате, я его вижу. Итак, предположим, вот вы. Это я напишу, что это я. Вот это я и мои социальные сети. Как меня люди находят? Люди, которые ко мне приходят, вот три человека. Вот как эти люди меня нашли? Они меня нашли через соцсети. То есть, я еще раз повторюсь, это Контакт, Одноклассники, Инстаграм, Google Plus. И еще не надо забывать и не нужно сбрасывать со счетов, это канал YouTube. Обозначу его вот так вот, чтобы вы понимали. Вот, канал YouTube, его никогда не нужно сбрасывать со счетов. Потому что через видео, вот через видео, люди идут достаточно упорно. То есть упорно, и они следят за вами через видео. Почему канал YouTube? Потому что на данный момент я вот сейчас выступаю перед вами. Я живой человек, у меня есть две руки, у меня есть две ноги. Вот я могу с вами разговаривать. Я могу с вами разговаривать. И этим отличается вот этот метод, как приглашай, не приглашая. Что я хочу этим сказать? Как вы вот видите вот на этой схеме, то есть канал YouTube, люди пришли, нашли меня через соцсети и через канал YouTube. В чем заключается главный принцип вот этого приглашения? Смотрите, вот здесь вот, вот здесь вот. Я думаю, меня видно. Так, все видно. Вот эти вот кружочки, вот эти кружочки, это ваши потенциальные партнеры. Это так называемые холодные контакты, которые следят за вами.
И как вы думаете, сколько человек из них вот впоследствии придут к вам? Я больше чем уверен, что процентов 70, вот, как, вот так вот он пишется, 70% за вами плотно наблюдают. 70%. Из этих 70% к вам могут прийти процентов 20-30. А это вот смотрите, 70% наблюдают, 20-30% это ваши потенциальные партнеры. И те, кто не развивает соцсети, вы очень много теряете. Дело в чем? Вот этот человек, он посмотрел и пришел ко мне, например, на страницу ВКонтакте. Почему он пришел на страницу ВКонтакте? Потому что у меня есть контактные данные под моим видео. Вот, он посмотрел на Ютубе, они вот все смотрят, вот стрелочку здесь поставлю, они смотрят канал YouTube, и с Ютуба они приходят ко мне и потом подключаются вот в эту систему. То есть ничего сложного в этом нет. Главное соблюдать определенные правила. Вот. В Твиттере я тоже зарегистрирован, да. И из Твиттера очень много, вот последнее время по статистике Ютуба меня смотрят в Твиттере 60% от общей массы. Представляете? 60%. Но Твиттер почему-то никто не берет в оборот. Не то что в оборот, а в работу. Хорошо. Здесь мы разобрались, что трафик нам нагоняет канал YouTube и трафик нам нагоняет социальные сети. Что я заметил в последнее время вот в нашей команде, в которой мы ведем, те, кто захотят узнать обо мне побольше, найдут меня в соцсетях, контактные данные будут под этой трансляцией, под этим видео. Смотрите, на что я обратил внимание. Многие из наших участников в данный конкретный момент, помягче, занимаются ерундой. Я смотрю, я вот отслеживаю их каналы YouTube, я отслеживаю их социальные сети, потому что мне новости постоянно приходят. Вот. И получается так, что нет, они не ленивые. Вот сами по себе люди не ленивые. Но они ищут легких путей. В смысле легких путей — это мотивирующие картинки. Вот что, о чем я хочу сказать. Мотивация. Да, несомненно, она нужна, мотивация. Но, с другой стороны, вот картинками с мотивацией, я когда захожу на страницу к кому-то и вижу картинку с мотивацией. Да, возможно, она мне нравится, но процент, что мне нравится и что мне не нравится, это из 100%, если взять, это 3%. Не более того. 3% того, что мне нравится. Как делаю я? То есть я беру пост, обозначу буквой П. Я беру пост. Он мне очень понравился. Что я делаю в дальнейшем? В дальнейшем я вставляю свою фотографию. И пишу текст. Вот именно этот мотивирующий текст либо на своей фотографии, либо под своей фотографией. Для чего я это делаю? Я популяризирую свой бренд. Я не пиарю какой-то конкретный, например, проект. Я сегодня о проектах вообще разговаривать ни о каких не буду. Я их не пиарю. Я пиарю только себя, ребят. Вот, кто это понимает, можете плюсики в чат поставить. Кто в дальнейшем, вот я знаю, что некоторые это делают, а некоторые просто копируют картинки мотивационные и
пускает их в сеть. И посмотрите, сколько откликов на эти картинки. Смысл всего, вот смысл бизнеса. Почему вот эти люди должны к вам идти? Вот эти люди. Вот эти, не те, которые уже у вас, а те, которые за вами наблюдают. Они должны видеть, что вы человек. Они должны видеть, что вы человек, и что у вас такая жизнь, как у них, понимаете? Вот у нас недавно пришел такой участник, и она мне, Наталья, очень нравится. Нравится то, что она очень хорошо взялась за работу, то, что она снимает видео, и ее видео хочется смотреть. Это я вот про канал YouTube. Но также эти видео хорошо, вот я смотрю по конверсии в Одноклассниках, также эти видео хорошо смотрят в социальных сетях. Потому что человек вот с полной ответственностью подошел к этому делу, она взяла тему, я не знаю, составляет она сценарий, не составляет этого видео, и получается, что ее интересно смотреть, и она вот тему какую-то написала, и она ее озвучила. Видео небольшое, 3-5 минут. Вот я думаю, что кто работает в сети интернет, кто занимается бизнесом, это очень хороший, вот хороший результат записывать видео 3-5 минут. Если это обучающее видео, как это вебинар, да, смотрите, это очень хорошо и надо... Вот, его будут смотреть, этот вебинар, и, кому интересно. Опять же, я никого не привлекаю никуда, например, какому-то личному проекту. Я показываю свои результаты. Я показываю свою жизнь. Ребята, вот, кстати, я еще опубликую свои контактные данные, я не помню, вот под этим, в этой трансляции будет или не будет. Вы можете, в принципе, меня найти в соцсетях по такому названию, как Брискиндер. То есть мой позывной, мой логин в интернете – это Брискиндер. Либо набрать Маркелова Борис. Вы обо мне узнаете очень много информации. Причем информация эта будет делиться соцсетей. Многие говорят, что нужно очень много денег, чтобы развиваться в интернете. То есть вот нам люди приходят, говорят, у меня нет денег на рекламу. Ребята, а для чего вам нужны деньги на рекламу? Да, я понимаю, мы вот даем рекламу, да, у нас хорошие показатели в проекте именно там. Даже не в одном проекте, а во многих. То есть 4 проекта у меня, я вам вот назову. 4 проекта, но заходите, я, конечно, не буду, но 4 проекта у меня. Я их прекрасно веду, везде деньги идут, и достаточно хорошо это продвигается. Но за счет чего это продвигается? Это продвигается за счет канала YouTube. То есть один проект я вот чисто на дурачка, можно сказать, вот так чисто, не стал на каких-то рекламных площадках продвигать. Я его начал продвигать на канале YouTube. Я начал продвигать на канале YouTube, и потом, смотрите, я делился в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Вот. Говорят, эхо идет. Секунду, сейчас посмотрим. Нет. Так, давайте сейчас еще проверим, двоится со звук или не двоится.
Сейчас звук вводится, если вводится, это идет плохо слышно. А давно говорится? Так, давайте я попробую переключиться на другой микрофон. Окей. Вот так двоится звук. Раз, два, три. Минута три двоится. Сейчас двоится звук или не двоится? Я переключил микрофон, и, возможно, из-за микрофона двоится звук. Потому что у меня показывается, что лучше. Сейчас хорошо. Так. Сейчас норма, я слышу, что норма. Итак, мы продолжим. Проект, который я раскручивал через канал YouTube. Я записывал видео и делился этим проектом в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке и в Одноклассниках. Вот отсюда, мне пришли первые денежки. То есть люди со мной связывались, но связывались обратно же каким образом? Потому что в Ютубе я оставил свои контактные данные. Вот, так, вижу, что все нормально. Я оставил свои контактные данные под своими видео. Вот смотрите. Вот, контактные данные, они должны быть везде. Но контактные данные, вот с последних времен, я так понял, что чтобы получать чистый трафик, в первую очередь контактные данные вы должны оставлять на соцсети. Инесса, что нет? Контактные данные вы должны оставлять на соцсети, на канале YouTube. Так, здесь мы практически закончили. Сейчас объясню тему, почему контактные данные вы должны оставлять. Потому что вот социальные сети, они созданы для того, чтобы люди там общались. Люди общаются, они любят общение, они любят смотреть на чужую жизнь, и это вот... Вот в первую очередь люди иногда любят считать чужие деньги. Кто из вас вот, любит считать чужие деньги? Плюсики в чат мне поставьте. Заодно проверим, звук двоится или не двоится. Любите считать чужие деньги? Так, ну... Пока я жду ответа, я продолжу. Так, смотрите, о, у нас еще чистые листы остались. Смысл соцсетей заключается в том, чтобы объединить много народу на какой-то конкретной странице. Как сделать так, чтобы, к примеру, люди вам поверили, чтобы люди за вами шли, пошли ответы, я вижу. Как люди за вами шли, и люди вам поверили, и люди любят правду. Первое, вот у нас вообще в бизнесе первое, чтобы не было вранья, чтобы это была чистая правда. Вот многие приходят в интернет-бизнес и начинают такие, знаете, разговоры. Я ничего не добился, у меня нет результатов. Ребята, но вы когда пришли под кого-то в интернет-проект, у вас есть свой спонсор, у вас есть свой наставник.
Непосредственно у наставника есть какие-то показатели, какой-то заработок в интернете? Вы же не пришли на пустое место, в конце концов. Ну, смотрите, ответьте мне на этот вопрос. У вашего наставника есть результаты в интернет-бизнесе? Вот здесь вот нас смотрят люди, и в основном, как вы идете в проект? Я в проект пришел из-за того, что я видел результаты своего наставника. То есть в проект я пришел в 2012 году. И я пришел на результаты моего наставника. Вы как пришли в проект? Вот смотрите, в основном многие люди приходят в проект каким образом? В основном они приходят на результаты, они где-то увидели информацию, они где-то увидели видео. Но на данный момент в связи с тем, что интернет пошел намного дальше, компьютер пошел намного дальше, люди стали очень умные, и они... Получается, некоторые немного обманывают людей. Немного обманывают людей, рисуют какие-то скрины, выплат, там еще что-то. Да, ребята, если у вас нет результатов, ну, лучше не обманывать. Это первое, что если у вас нет результатов, лучше показать результат своего наставника. Вот. И в результате-то чего? В результате обмана за вами приходит человек, и в результате обмана он, например, ничего не заработал, потому что вы показали результат и дали ему вот эту методику, как приглашать, не приглашая. А есть такие, которые приходят, а я же денег закинул, а почему у меня результата нет? Начинаешь спрашивать, а что вы делали? Выясняется то, что человек... со своей страницы активно начал спамить всем в личку. Ну и получается, что то, что человека забанили в соцсетях. Итак, расскажу скоро, вот будем минут через 10-15, я думаю, уложусь, как привлечь на свою страницу трафик. Вот, Татьяна Ворошилова просто пришла. Проверить, работает или нет. Ребята, главное вот в интернет-бизнесе, в любом бизнесе, я вам скажу, могу сказать одно. Не надо пробовать. Если вы пришли попробовать, возможно, результата не будет. Если вы пришли и строите какой-то бизнес, без разницы, где этот бизнес, в интернете, на земле, я не знаю, там вяжете шапочки. Если вы их никому не будете продавать, если вы вот решили вязать шапочки и продавать их, если вы их никому не расскажете, что вы это делаете, и вы их продаете, предлагать вы их не будете, у вас никто их покупать не будет. Много результатов, когда люди занимаются каким-то обычным делом. Вчера я смотрел видео, как человек через Инстаграм, он занимается разведением кактусов. Как он поднялся через Инстаграм? Как он это делал? Смотрите. Есть человек, обратно же напишу, это я. Вот здесь, как вы видели на прошлом рисунке, это наблюдатели. Это даже... те же самые тролли, которые будут писать вам плохие комментарии, но в результате, когда вы будете показывать свои результаты, вот многие из этих присоединятся к вам. Как сделать так, чтобы присоединялись к вам? Смотрите, соцсети созданы для общения, соцсети созданы для того, чтобы... В них люди общались, люди показывали там что-то, там свою машину, кошку, чашку чая, там что угодно. Инстаграм, вот он создан, я считаю, для визуалов.
В Инстаграме можно любой бизнес продвигать, но обратно же, смотрите, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук есть такая не услуга, есть так называемая история, сейчас слово подобрать не могу, есть истории, которые можно писать, которые активно люди смотрят. Кстати, вот совсем недавно закачал на свой телефон приложение Facebook. Я выкладываю свои фотографии. Я не думал, что будет такая активность у меня на странице. То есть на мою фотографию лайков ставят до 100 штук за 2 дня. Я не думал, что вот это мне как-то поможет продвижению. Почему и родился вот этот вебинарчик, вот эта трансляция, почему она родилась? Из-за того, что вы должны проявлять активность, вы должны показывать свою жизнь. То есть, смотрите, сейчас покажу. Вот, я на данный момент принимаю вот такие, это не лекарство, это БАДы, омега-3 формула. То есть, чтобы укрепить иммунитет, вывод холестерина, поддержка тонуса кровеносных сосудов. Вот как вы думаете, это интересно людям? Вот как укрепить свои кровеносные сосуды без какой-либо химии? И вы все прекрасно знаете эти витамины. Я сегодня фоточку выставил в Инстаграм, у меня пошли лайки автоматом. То есть людям интересно. И если вы свою жизнь, ну не то что не свою особо там, не свое домашнее видео будете выкладывать, а то, как вы живете. То есть, смотрите, вы проснулись, у каждого есть смартфон, у каждого есть там какой-то определенный там фотоаппарат, без разницы. Вы проснулись и сфотографировали чашку чая. Вот. Чашку чая. И сверху, то есть снизу написали: с добрым утром. Ну, вот такое, вот поставьте сейчас плюсики в чат, кто такое делает с утра. Ну, либо когда просыпается. То есть он начинает завтракать и фотографирует свою чашку чая и выставляет в соцсеть. Кто такое делает? Ну, подождем, чуть-чуть здесь задержка идет. Подождем ваших ответов. Кто вот такое делает, ставьте плюсики в чат. Кто такое не делает, ставьте минусы в чат. И будем продолжать. Вот, вижу, Ирина всегда делает, знаю еще несколько человек делают, которые истории записывают и фотографии выкладывают. Смотрите, например, вы проснулись, это 8 часов утра, 8:00. Следующая фотка, во сколько она у вас должна быть? Ну, я считаю, что следующее фото, это будет... Из меня художник не очень. Допустим, что это тарелка супа или каша. Следующий пост вы должны сделать в 12:00. Вот следующий пост вы должны сделать, без разницы в какую соцсеть. Хотите в Инстаграме, если вам удобно в Инстаграме, делайте. Вот смотрю, вижу, что люди некоторые не делают. Следующий пост. Вот, в 12:00. И под постом вы ставите хэштег «приятного аппетита». Ну, я расписывать не буду, просто «приятного». Вот. Люди, вот сейчас порисую чуть-чуть, как умею. Вот такие вот люди, вот обычные. То есть вот эти люди, они, на кого вы подписаны и кто на вас подписан, они за вами начинают следить.
Что это там? Кто это там? В 8 он завтракает, в 12 там либо в час, либо в 2 он обедает. Кто это? Между делом, вы можете фотографировать, и даже не то, что можете, вы должны фотографировать себя. То есть, кто любит делать селфи, делайте селфи. Делайте селфи, ну, обозначим его вот таким смайликом, улыбающимся. И писать хэштег «Это я». Ребята, это третья фотка. Третья фотка за ваш день. Если у вас есть друзья, и вы занимаетесь непосредственно, ходите куда-то гулять, отдыхать, я не думаю, что вы вот целый день там занимаетесь чем-то, там все копаете лопатой, либо там копаете мышкой по буксам, там нажимаете эту рекламу. Которые, ну, по большому счету, да, мы там даем рекламу, да, мне интересно, но в основном сейчас с буксов идет не особый трафик. Трафик идет с соцсетей. С любой соцсети. Вы заметите, когда вы начнете, например, вот это вы сделали в 8 утра, это в 12 часов дня. Или, ну, либо там в час дня, в 12 дня, все должно быть в тему. Если это обед, значит это обед. Ну, соответственно, по вашему времени. Если вы живете на Дальнем Востоке, можете, в принципе, в 12 часов дня, наверное, ужин уже нарисовать, либо как вы ложитесь спать. Селфи вы сделали. Следующая фотография, например, вы где-то работаете, сфотографируйтесь с коллегами. Ну вот, нарисуем. Вот, один улыбается, другой не улыбается. Вот, причем такие фотки очень хорошо идут в соцсетях. Ну, люди любят вот тоже на это смотреть. И написать «Я на работе». Здесь хэштег у вас... Не, ну хэштеги вы можете выбирать сами. Там здесь я напишу «Друг Вася». Ну, Петя, Дима, без разницы. То есть хэштег это вот... решеточка и слитное слово. Друг Вася, там, мама, сестра, брат, там, Дима, там, без разницы. Ну, главное, чтобы под ваши фотографии во всех соцсетях были хэштеги. Вот, по поводу Ютуба сразу скажу, там хэштегов как таковых нет. Хэштегами там считаются ключевые слова. Ключевые слова, которые обрабатывают роботы. Решеточку там ставить под вашими видео не обязательно, но ключевые слова вы должны вставлять. Итак, мы разобрались. Это было у вас в 8 утра, это в 12, это пускай там в 15:00. Опять же, по вашему времени. Друг Вася у вас, ну не знаю, начал грустить к 16:00. Вот, 16:00, потому что он домой захотел. А, привет, привет всем. Друг Вася вас загрустил. Вот. И получается, вы эту фоточку выставили. Вот этот недовольный товарищ говорит, нифига себе, у него друг Вася есть. А что это за Вася? И он вам пишет комментарий. Вот, коммент, например. Он либо там смайлик какой-то поставит, либо комментарий какой-то глупый напишет, что за урод, ну, извините за выражение, но такое есть. Я не собираюсь ничего скрывать. Троллей хватает. И вот этот недовольный товарищ, ему не надо грубостью на грубость отвечать. Не заостряйте на нем внимание.
рано или поздно этот вот тролль, либо человек, он подключится к вам. Между делом, обратно же, мы дошли до 16.00, почему я вот тут рассказываю вам вот это все по часам практически. Можете потом пересмотреть это видео и записать время. Самое интересное начинается с 17.00 вашего времени, то есть вашего местного времени, до 21 часа. Когда люди уже отработали, все, 17.00, так, у нас что-то, 17.00, вы идете с работы, ну, я смотрю, сейчас камеру подвину. 17.00 вы идете с работы. Ну, я обратно же говорю, это о тех людях, у которых 5-дневная рабочая неделя, кто, у кого суббота, воскресенье. Я сейчас камеру подвину. 17.00, что вы должны выставить? 17.00, либо вы выставляете свое довольное лицо, вот. Вот. И либо свое недовольный вид. Вот такой вот. Да, запись будет. Вот. Это ваша пятая фотка. В принципе, для соцсетей это нормально. Хэштег «Я иду с работы». Ну, напишу, я иду. Вот, хэштег «Я иду». Куда вы идете? Далее хэштег, смотрите, в соцсетях вы ставите от 5 до, ну, до 10 хэштегов. Например, «Я иду», «Друг Вася», «Работа», например, «Отдых», ну и так далее. То есть Каждая ваша фотография, она должна быть, то есть хэштеги по ней должны быть в тему. Не надо, если вы выставили, например, свое селфи, не надо под ним писать «заработок в интернете». Вот этого делать категорически не надо. И вот смотрите, 17. Вот у вас остается, как я говорил, что нужно от 5 до 7 фотографий в каждую соцсеть со своими там этими, ну, темами. То есть утро, обед, после обеда, это перед уходом домой, это когда вы домой пошли. У вас остается еще 2 фотографии. То есть у вас остается фотография ужина, хотя многие скажут, это неинтересно. Ребята, очень интересно. Считать деньги, смотреть, кто чем питается, смотреть, кто чем занимается. Вот смотрите, вот здесь 5 фоток, например, 6-ю фотку вы можете выставить, 6-ю фотку вы можете выставить. Как вы смотрите свой любимый телевизор? То есть вытяните ноги перед телевизором и сфотографируете свой телевизор. Но обратно же, на этом не стоит зацикливаться. На этом не стоит зацикливаться. Почему? Потому что люди любят больше своей сложности разнообразие. Если им это вот интересно, ваша жизнь, вот, если вам интересна ваша жизнь, они начнут за вами наблюдать, чем вы занимаетесь. Итак, еще вопрос такой, возможно, возникнет, при чем тут бизнес в интернете? При чем тут бизнес на земле? Да, можно видео 12 секунд. Эта история называется. Но желательно, конечно, чтобы у вас
В ленте проскакивала именно фотография, и если хотите видео, то видео. Вот, при чем тут бизнес в интернете? Вот между этим делом, вот между 5-7 фотками, вы можете, сейчас я вернусь, вы можете выставить, чем вы занимаетесь. Вот, бизнес. Для чего это сделано? Вот, смотрите, фото по бизнесу. Это фото по бизнесу. И вставляете вы его вот сюда. Вот где-то между этих фотографий. Если вы ходите на работу и занимаетесь каким-то бизнесом, вы можете вставлять фото по бизнесу. Но делать это желательно. Обратно же. Вот напишу 17 до 21 часа. Вот. 17 до 21 часа вы можете отправлять это фото по бизнесу, потому что люди после работы приходят, они уставшие в основном там, ну вообще. И вы можете отправить фото, например, ну я к примеру опять же говорю, сфотографировать свои руки перед ноутбуком. Я не знаю, как это будете делать, попросите кого-то, либо сбоку там селфи сделайте с своим ноутбуком, с компьютером. И написать, ну, просто хэштег «Я работаю в интернете». Не буду писать, вы можете это все сами ну, придумать, понять. Вот. Что еще в хэштегах можно писать? В хэштегах можно писать свои города или самые знаменитые города. Это добавит вам кликабельности в социальных сетях. Еще раз повторюсь, YouTube – ключевые слова, ВК, Facebook – одноклассники. Ставите, хотя в одноклассниках хэштеги иногда не проходят, иногда проходят, то есть там поэкспериментируйте. Facebook и ВКонтакте, Instagram – все абсолютно хэштеги кликабельные. Еще один секретик хочу сказать, что… Например, у меня везде мой хэштег это Брискиндер. Но это вы слышали в начале в самом. И если в интернете, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо в Одноклассниках набрать Брискиндер, вы обязательно выйдете на мою страницу. Вот, в куче хэштегов, вот 5-12 хэштегов, вот в этих, вы должны придумать свой личный хэштег. Потому что работа, дом, там, это для, то есть это кофе, кафе, это для продвижения. И ваш личный хэштег, вот мой личный хэштег. Ну, не поместился. Брискиндер. Вот этот личный хэштег, он у меня и в ключевых словах под роликом Ютуба, и в этих хэштегах соцсетей. Почему у меня так много? Почему я призываю развивать именно соцсети? Это не так накладно для вас будет. То есть есть сервисы раскруток, которые набирают друзей. Ими тоже нужно пользоваться. Но в самом начале, либо можно там раз в месяц, раз в 3 месяца продлять этот VIP, чтобы набирать новых друзей. Потому что друзья как прибавляются, так и отписываются. Ни один сервис накруток не даст вам, ну, как таковой качественный трафик.
Вот. И для чего вообще этот разговор я завел? Чтобы получить качественный трафик, чтобы люди за вами начинали идти, нужно сделать так, чтобы они в соцсетях видели вашу жизнь, что вы нормальный человек. Что вы такой же, как и они. Что вы стремитесь, у вас есть цель. Кстати, о целях. Если у вас есть цель, если у вас есть цель купить квартиру, купить дом, купить еще что-то, машину. Например, вот есть у меня такая голубая мечта. Купить себе Бентли. Я что делаю? Я выставляю фото этого Бентли в соцсетях. И говорю, то есть пишу хэштег «Моя мечта». Там, работа в интернете, еще что-то. И обязательно под этим Бентли будет куча лайков и будет куча комментариев. Попробуйте. Попробуйте. Вот кто-то мечтает о новом айфоне. Вот выставьте свою фотографию, ну не свою, фото айфона, там в фотошопе можете прилепить себя на экране этого вот этого смартфона, телефона. Да, сейчас я буду уже отвечать на вопросы. Короче, хотите iPhone? Выставляете iPhone и рядом с iPhone можете прилепить себя. То есть видео, как сделать простой Photoshop, я уже выставлял. То есть у нас в чате есть такие видео учебные, как чего прилепить, там сделать. И, ребята, вот поверьте, за вами потянутся. Бизнес продвигать между вот этими всеми пятью, семью фотографиями. То есть пускай она будет у вас восьмой, но продвигайте бизнес аккуратно. То есть не надо, я уже говорил вначале, не надо фотки делать, эти там мотивация какая-то. Ну, неинтересно никому. Уже давно неинтересна мотивация. Да, она актуальна во все времена, но лучше вот выставить свое фото. Снизу написать текст мотивации, а под ним написать хэштеги. Это будет намного эффективнее. И почему люди за вами пойдут? Потому что они увидят на фотографиях вас, как вы живете, чем вы питаетесь, какой вы утром, какой вы вечером, каким бизнесом вы занимаетесь. И обратно же, с бизнесом надо аккуратней. То есть не обязательно выставлять какую-то, как он там, не обязательно выставлять, чем вы занимаетесь конкретно. Люди должны пойти за вами, а не за бизнесом. Вы должны людей привлекать как человек, а не как товарищ, который пытается завлечь свои сети, свой проект каких-то людей там, чтобы с них содрать денег и бросить их там. И своих вновь подключенных партнеров вы должны обучить тому же самому, что я сейчас рассказываю. То есть это несложно. Это абсолютно несложно, это очень просто и не требует практически никаких финансовых затрат. Вот кто сейчас находится из нашей команды, сразу говорю, начинайте с качественного контента. Переставайте в соцсетях постить Трампа, там еще кого-то. Переставайте. Сделайте фоточку, напишите мотивацию под этой фоточкой и хэштеги выставите. Так, на этом, скорее всего, я буду заканчивать. Давайте перейдем к нашим вопросам. Может, кто-то что-то не понял. Давайте переходим к вопросам. Минут 10-15 я выделю на вопросы. Сейчас настрою камеру. Вообще, я так думаю, что
Я рассказал, все доходно, удобно. Вот, здесь был вопрос, как выбирать хэштег. Я уже об этом говорил, как выбирать хэштег. То есть, если у вас фотография с чашечкой кофе, хэштег выбирается именно поэтому. То есть, кофе хэштег, завтрак хэштег, так, ну, что там, бутерброд, ну, много слов можно подобрать, если не можете подобрать, можете хэштег выбрать в интернете, например, завтрак, то есть найти слова с хэштегом утро. Ребят, давайте поактивнее. Я понимаю, немножечко задержка идет. У кого есть вопросы определенные, спрашивайте сейчас. Кому было интересно, можете поставить плюсики. Кому было неинтересно, можете поставить минус. Да, есть приложение на смартфоне, социал хэштег, там готовые хэштеги по темам. Но эти хэштеги чуть-чуть надо дорабатывать. То есть там нужно вставлять хэштег свой, то есть вот как у меня, Брискиндер, либо Брискиндер официал. Ну, какой хэштег придумайте, такой и сделайте. Вопрос еще один. Вопрос еще один. Кто будет этим заниматься? Вот кто здесь находится, кто будет этим заниматься, начиная с сегодняшнего дня? Например, сделает свое первое селфи и назовет ее «Вкусный ужин» там. Вот, Нина. Нина. У Нины, да, я слежу за Инстаграмом. Ну, в частности, я, Нина, о вас и говорил, что надо чуть-чуть, немного разбавить ваши социальные сети от мотивационных постов. Мотивацию нужно писать под вашим фото. И хэштеги нужно выставлять в тему. То есть, если вы фотографируете город, я никогда не поверю, что у вас в жизни ничего не происходит. Вот у нас в жизни происходит, то есть у нас в жизни происходит, я не знаю, у меня кот как бешеный носится по квартире, и я это снимаю. Я это снимаю, выставляю, и люди это лайкают и смотрят, чем я занимаюсь в интернете. Ребята, вот поймите, бизнесом завалены все соцсети. И бизнесом на данный момент, ну, мало человек интересуется. А чтобы пригласить, например, чтобы человек пришел к вам на страницу, нужно сделать, ну, какой-то качественный пост. И пост, он должен быть с вашим лицом, потому что на вас будут смотреть, на вас, чем вы занимаетесь. Александр, свой хэштег, я так понял. У вас написано, я имею свой хэштег. Хэштег, вы выставляете свой хэштег. Вы придумываете сами. То есть, вы можете сократить свою фамилию, имя. Либо сделать хэштег «Решетка Александр Наумов» слитно. Вставляете во все соцсети. И непосредственно на Александра Наумова, вот именно если такого хэштега нет, на Александра Наумова пойдут люди. Они вас будут так находить и в социальных сетях, и смотреть на вас. То есть они вот таким образом. Я вот обратно же, вот эта трансляция возникла из-за чего? Я хватаюсь за голову, смотря на свою команду, чем вы занимаетесь. Я понимаю, что есть определенные картинки, там какие-то вставляете. Но вы же живые люди. Вы можете себя поставить.
и написать хэштег «Я человек», там хэштег «Александр Наумов», «Я занимаюсь бизнесом» хэштег. 5-7 хэштегов придумать не проблема. Я не думаю, что это какая-то проблема возникает у вас. Возникнет у вас. Хэштеги в интернете обязательно, чтобы люди вас находили. Вот только тогда, когда вы начнете делать, вот как там сзади я нарисовал, вот, смотрите, запишите себе где-то, сейчас, вот, смотрите, вот эта схема, которая будет приносить вам деньги. Вот эта схема. 8 утра чашка кофе или чашку чая. Ну, не обязательно. Можно в 8 утра вообще фотографировать свою сонную кошку, если она у вас спит. В 12 дня вы показываете, что вы кушаете. В 15:00 после обеда вы показываете себя, довольного и сытого. И в 16:00 перед окончанием работы обратно же фотографируйтесь с корешем с каким-то, фотографируйтесь с собакой, с кошкой, без разницы. 17:00 вы фотографируете, как вы идете с работы. Если вы работаете в интернете, соответственно, вы на работу не ходите, но выходите куда-то на улицу. У вас есть друзья, знакомые, соседи, братья, сестры. Покажите, что вы живой человек. Покажите и вот этим. И привлеките вот таким вот образом. Вот так надо приглашать, не приглашая. Ребята, по-другому люди под вас не пойдут. Пишите, делайте фотографии, пишите истории. 5 фотографий в день будете выкладывать в соцсеть, вы не заметите, как через месяц к вам будут стучаться и спрашивать, там, Александр, а чем вы занимаетесь? Вместо того, чтобы постить какой-то скрин-выплат нужно вставлять, но не так часто. Скрин-выплат нужно вставлять там раз в 2 дня, например. Или вот пришел у вас свежий скрин выплат, и вы его выставили. Если у вас так часто идут выплаты, то скидывайте в отдельный альбом. Создайте альбом в ваших соцсетях, создайте альбом отдельный. И туда все закидывайте. То есть делитесь с людьми. То есть занимайтесь бизнесом. Еще один вариант, вот точный вариант, который сработает 100%. Заводите отдельный альбом и туда выкладывайте свои фотографии. И вот таким вот образом у вас начнет все работать. Вот таким вот образом. И на это не нужно миллионы тратить. Ребят, не нужно. Вот, и сейчас начинают пиарить очень сильно, обратно же, почему трансляция появилась, очень сильно начинают пиарить именно социальную сеть Инстаграм. Социальная сеть Инстаграм, которая вам приведет живых партнеров. Но там нужно выкладывать фотографии, контент качественный. Ну, не то что качественный, могу вам сказать, что когда вы выкладываете в Инстаграм фотографии, там есть такая функция «изменить». Возможно, там можно, то есть невозможно, я так делаю. Я добавляю там цветов, я добавляю там контрастности еще, и тогда фотография выглядит живой. И люди это любят, люди любят качественное фото. И под фото вы можете давать информацию о себе. Можете просто хэштеги ставить. Но в Инстаграме вы должны, у каждого должна быть, вы можете развиваться даже на одной странице. Даже если у вас будет по одной странице, например, в социальных сетях. Вот при таком количестве 5 фотографий, в день 5-7 фотографий,
Вы очень скоро наберете популярность. Да, вебинар будет открытым, ничего здесь я не вижу зазорного такого. Я поучился у одних людей, вам дал вот так вот бесплатно, пускай люди пользуются. Вот, какие еще есть у кого вопросы? Если вопросов нет, то мы будем заканчивать. Вебинар будет открытым, вебинар будет находиться по этой ссылке, вы всегда его сможете пересмотреть. Если у кого будут вопросы, можете под этим видео я оставлю свои контакты на социальные сети, свой Skype оставлю, свой WhatsApp я оставлю, связывайтесь и будем работать, если у вас возникнут какие-то вопросы. Если вам понравилась эта трансляция, обязательно после трансляции поделитесь ей в социальных сетях. Ну, я думаю, я ваши надежды оправдал. Вебинар, я считаю, был качественным. Ну и, как всегда, я затянул немного. Но информации много, хотел вот за час выложить информацию больше, но все равно не получается. Если нам нужны такие вебинары, мы будем их продолжать. Как продвигать отдельные соцсети, потому что по каждой соцсети нужно продвижение чуть-чуть разное, потому что Одноклассники отличаются от ВКонтакте, ВКонтакте отличается от Фейсбука, Твиттер отличается от Одноклассников и так далее. То есть это охватить вот за час невозможно. Но больше не имею вот сил вас задерживать, потому что у каждого свои дела, наверное. Кто-то пришел с работы, еще не покушал, а может уже покушал. Но, тем не менее, если вам понравился вебинар, подписывайтесь на канал. Это мой второй резервный канал, потому что основной нехорошие люди у меня заблокировали, и, скорее всего, они будут смотреть эту трансляцию, если даже не смотрят. В ноябре его разблокируют, в конце ноября, и я буду уже вести непосредственно со своего основного канала. Не нарушайте авторских прав. И на этом я заканчиваю. И как во всех видео, всем привет!